Я Екатерина Карпова. Горные лыжи – это моя жизнь, моя ответственность перед близкими, тренерами, моей страной. Меня вдохновляет то, что на этот раз Универсиада будет проходить в наших красивейших Алматинских горах. Я знаю, что состязаться мы будем с очень сильными спортсменами мирового уровня. А также я знаю, что на трибунах будет много наших казахстанских болельщиков, и это уже огромная поддержка.